Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно я, как всегда, приветствую своих подписчиков. У меня на канале очередная посылка. Ну, достаточно габаритненькая такая посылочка. Крепенькая, материал. Все нормально. Значит, с сайта eBay. Посылка мне, сразу скажу, досталась в подарок. Почему? Потому что посылка добиралась до меня 71 день. Вы сами понимаете, что при таких сроках, естественно, содержимое посылки заказчику достается в подарок. А судя по описанию, у нас здесь скирт, то есть юбка. В принципе, да, юбку я какую-то заказывал по просьбе супруги. По идее, посылка стоила 439 рублей или примерно 7,4 доллара. Как я уже сказал, 71 день в пути, где можно было столько времени шляться, непонятно. Давайте посмотрим, что у нас за юбка досталась нам в подарок. Сразу скажу, что если вы закажете этот же лот по моей же ссылке с умыслом таким, что тоже она вам будет идти 71 день, и вы тоже ее получите в подарок, скажу, что не факт. Есть шанс, но, скорее всего, эти задержки связаны как раз-таки вот с этими огромными горами посылок, отправленными в период вот этих всех черных пятниц многочисленных, с новогодними праздниками и так далее. Так, ну что ж, смотрим, как лот выглядел на картинке, вы уже видели. Так, все перевязано вот такой вот черной траурной веревочкой, наверное. Продавец, отправляя, предполагал, что посылка окажется для него бесприбыльной. Хотя, не знаю, такое, мне кажется, сложно предугадать. Размер М-ка. Так, что это такое? Что это вот такое вот? Ну, материал такой мягкий, не тоненький такой достаточно. Так, ну, не знаю, я не сильно разбираюсь, но, по-моему, более-менее вещь качественная. Как это смотрится на человеке? Внимание на экран. Ну что ж, вот такая вот посылочка, доставшаяся нам, как я уже сказал, в подарок. Заказывать или не заказывать эту посылку, смотрите сами. Наши комментарии после некоторого периода ношения данного лота я напишу в описании к видео. На сим же мне разрешите раскланяться. Вам большое спасибо за просмотр моего очередного видео. В конце, как всегда, напоминаю тем, кто еще не подписался на группу в социальных сетях моего YouTube-канала, делаем это по ссылкам в описании. Если вы соберетесь покупать этот лот, либо что-то еще на просторах интернета, не забывайте обязательно использовать кэшбэк-сервисы. Те кэшбэк-сервисы, которые использую, я рекомендую, ссылка на них будет в описании к видео. А если вам нравится мой канал и вы хотите сделать его лучше, то переходим по самой нижней ссылке в описании к видео. Все, друзья, всем счастливо, пока! Love you.